чествование лучших выпускников здесь, на Советской площади, уже стало добрым. Я стремилась к этому с первого класса, как бы хотелось быть. Ну, потом как-то пошло-пошло и оказалось здесь. А ты вообще откуда, из Твери? Из Торжка. Куда ты сейчас собираешься после окончания? В Тверь хочу поступить на экономический факультет. А какие-то глобальные планы есть вот на жизнь уже сейчас? Пока нету. Пока главное поступить в университет. Если честно, я к этому не стремился и ничего, просто, видимо, так получилось. С 9 класса старался, подтягивал где мог, сказали то, что я могу быть медалистом, ну и, как видите, я им стал. Сейчас какие планы после окончания школы? После окончания школы хочу попробовать подать документы в Санкт-Петербургский политехнический университет и стать инженером. А какие-то глобальные планы есть? Ну, мне всегда предлагали идти в политику и стать президентом. То есть можно сказать, что перед нами сейчас стоит будущий президент? Ну, а кто знает, как сложится жизнь. Вы молодцы. Прежде всего, те, кто находится сегодня на этой площади, потому что одержать свою победу, первую такую знаковую победу, еще получить за это медаль высшей пробы, золотую медаль, по себе знаю, это нелегко. Я вас поздравляю. И молодцы ваши друзья, ваш выпуск вообще молодцы, 12-го года, потому что вот по статистике вы подняли планочку-то так нехило. Вдвое улучшили результат по количеству выпускников, сдавших на 100 баллов ЕГЭ, вдвое по сравнению с прошлым годом, и на 40% увеличили количество золотых медалистов. 269. Последующим за вами будет очень нелегко преодолеть эту планку. Но вы молодцы. Вы достойно представили Тверскую землю в сравнении с результатами по ЕГЭ. Вообще, в России. Уверен, что это хороший урок и экзамен на всю оставшуюся жизнь. Дорогие друзья,